Слава Богу, дорогие друзья! На этом месте мы сегодня можем иметь общение друг с другом, иметь общение с нашим Господом Иисусом Христом, за что слава Ему! И сегодня мы счастливы. Я думаю, мы сегодня счастливы, потому что у нас наше общение с нашим Господом Иисусом Христом, и Он дает нам радость. И действительно, ту радость, которую не отнимет человек. Да, если сегодня в этом мире люди ищут радости или ищут счастье, она такое кратковременное и проходящее. Но Господь сегодня дает нам свою радость. Или, как написано, дает нам мир. То есть мир, свой мир дает нам, свой божественный мир. Да? И это отличается от радости земной или от мира этого мира. Да? Этот мир не может дать мир сердцу нашему, не может дать покой нашему сердцу, так как это дает Христос. И сегодня мы на этом месте счастливы, что сегодня Иисус Христос является нашим Господом и Спасителем, и Он дает нам этот мир, Он дает нам эту радость, Он дает нам счастье. И мы хотим и желаем сегодня прославить Его, Ему поклоняться и Ему служить, потому что Он достоин этого. Сегодня мы еще на пути. Мы еще не дошли к этой небесной отчизне, мы сегодня еще на пути, и нам встречается на нашем пути много препятствий, много, значит, проблем бывает в жизни нашей, много соблазнов и всяких других вещей, которые нам препятствуют на пути в жизнь вечную. Что делать? Для этого у нас есть Библия, для этого есть Слово Божие, которое учит нас, как нам в жизни нашей поступать. К этому Слову Божию мы обращаемся или должны обращаться, чтобы нам действительно дойти к цели. Если мы не будем обращаться к Слову Божьему, то мы можем быстро заблудиться. Быстро заблудиться в этой жизни. Вот, если не смотреть Слово Божие, которое нас учит, которое нам указывает, вот, то мы можем потеряться, заблудиться или вообще пропасть насовсем. Этого не желает никто из нас, и Бог этого тоже не желает. Поэтому Его желание, чтобы мы пребывали здесь, на этом месте, и действительно учились чему-то. Сегодня брат Вальдемар напомнил нам и говорил, что мы договорились не обижаться. Да? Это такой недуг в натуре человеческой, с которым надо бороться. Он просто так не уходит. Обида, она просто так не уходит. С ней надо бороться. И хотя я думаю, что я не обижаюсь ни на кого, но как только меня это коснется, то тут уже надо подумать. Да? Тут это уже испытание. Поэтому поможет каждому из нас Бог, чтобы действительно не только говорить, нет, я не обижаюсь, со мной все нормально. Это Бог, когда начнет проверять, тогда и откроется, какой действительно я человек, обижаюсь я или не обижаюсь. И моя тема сегодня тоже примерно такого же характера, может, но немножко другими словами я могу сказать. Она тоже как бы касается этого вопроса. Но речь идет о прощении. О прощении. Да, если Иисус Христос говорил, если согрешит против тебя брат твой и попросит у тебя прощения, то ты прости ему. Да, мы это читаем в Евангелии от Луки. От Луки 17 глава, с 3 стиха. «Наблюдайте за собою». Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Такое слово сказал Иисус Христос и говорит, простите, если человек кается, и 7 раз будет каяться в день, то Христос говорит, простите ему. И апостолы говорят ему, наши ученики, умножь в нас веру. Значит, что-то было не так, как они привыкли себя делать. Раз они так говорят Христу и говорят, умножь в нас веру, что-то для них это казалось как-то, ну, что-то новое какое-то, как они не привыкли поступать. Понимаете? Но Иисус Христос сказал, что надо так делать.
И сегодня в нашей человеческой натуре, как я сказал тоже, вот эта обида или вот это вот может быть непрощение, да, от обиды что получается? Я обиделся, значит, и не могу простить. Да? Обида – это, как бы сказать, первая такая степень или первый, как сказать, толчок, может быть, к непрощению. Да? Если брат, сестра начнет у тебя прощение просить, а ты до того так обиделся и не можешь простить. Или прощаешь, но только в сердце у тебя все равно, ну, где-то там еще остался осадок, непрощение. Вот, это, конечно, надо этого избегать. Дальше я читаю от Матфея, 6 глава, с 14 стиха. Матфея, 6 глава, с 14 стиха. Здесь идет речь выше, если мы читаем, то тут речь идет о молитве «Отче наш». Когда Христос учил учеников молиться «Отче наш», «Отче наш», там есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы этой молитвой молимся каждый день. Вот. Из 14 стиха Иисус говорит такие слова: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Почему-то Иисус Христос после того, как Он сказал молитву «Отче наш», Он именно обращается после этой молитвы, обращается к ученикам и говорит именно на эту тему о прощении. Если, говорит, будете прощать людям согрешения их, то и вам простится. Если не будете прощать, то и вам не простится. Понимаете? Это как бы, это очень важный вопрос в жизни христианина, особенно христианина. Да? Если в мире люди учат друг друга просить прощения, да, то тем более христиане. Мы тоже учим детей наших, чтобы они друг друга прощали, если они дома поссорятся. Мы их учим и говорим: иди скажи прости, а тому говорим: а ты скажи, я прощаю. Мы так учим детей наших, да? А как сами иногда поступаем, то тут пусть каждый сам себя проверит, и я в том числе. Каждый сам себя проверит, как я прощаю сегодня брату моему или сестре, или, может, сосед мой, или еще какой-то человек, может быть, меня обидел, или как, сказал что-то не то, или посмотрел, или сделал что-то такое, чего мне не нравится. Знаете, это очень важный вопрос. Иисус Христос этот вопрос как бы соединяет с тем, что если не будете прощать, и вам не простится. А если нам не простится, то значит, я не попаду в Царство Небесное. Понимаете, это действительно очень важно. Поэтому поможет нам Бог, чтобы мы обратили на это внимание. Если сегодня в тебе и во мне сидит вот это вот такое вот, значит, качество непрощения, или я не могу простить, то тут надо позадуматься и серьезно позадуматься. Потому что это не просто слова. Христос не говорил слова просто так, на ветер. Они имеют свой смысл, они имеют основание, и так оно и будет. Потому что мы верим, что Христос сказал. Мы этому верим, что оно так и будет, и Христос не изменит никогда свое слово. Поэтому поможет нам Бог. Еще читаю одно место от Матфея. Глава 18, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Вопрос. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 70 раз». Вот так сказал Христос, ответил на такой вопрос. Не до 7 ли раз? Это, видать, Петр еще с того раза, как я первое место прочитал от Луки, и говорит, что Христос сказал: если 7 раз тебя попросит, то прости ему. И тут Петр как бы, это уже в другой Евангелии написано, я думаю, что это какой-то имеет, какую-то связь имеет с тем случаем, с первым случаем, который я прочитал. И Петр говорит: не до 7 ли раз? А Христос теперь говорит: не говорю тебе до 7, но до 70 70 раз. Интересно, такое вот число. Можно даже, я не знаю, можно ли столько раз согрешить в день, чтобы столько раз прощать? Я не знаю, но Христос говорит, или как бы сказать,
указывает на то, что действительно надо всегда прощать. Дальше он говорит одну притчу о, значит, Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться со своими рабами. И он призывает своих, значит, рабов, которые должны были ему определенную сумму. И там, значит, пишется дальше, что он призвал одного раба, который должен был ему 10 тысяч талантов. Да? Да, 10 тысяч талантов. И говорит, значит, этому рабу, заплати то, что ты должен. А раб тот, не имея чем заплатить, значит, начал умолять господина и говорит, потерпи на мне, я заплачу тебе. Если бы мы знали, сколько 10 тысяч талантов, сколько это на сегодняшний день, сколько это какое-то богатство, то я думаю, этот человек в своей жизни никогда бы не расплатился с ним, даже если бы он день и ночь работал бы. Да, если мы посмотрим, в некоторых Библиях есть, значит, сравнение, сколько это весу серебра, или сколько на сегодняшний день, сколько она в деньгах, если так выразить это в деньгах, то это очень большая сумма, 10 тысяч талантов. Этот человек в жизни никогда бы не рассчитался с этим господином. Если бы он днем и ночью работал бы, он бы никогда не рассчитался. И этот человек начинает умолять господина и говорит, прости, вот не прости, то есть потерпи на мне, все отдам тебе. И этот господин сжалился над ним и отпустил его, и долг ему простил. Вот, и этот раб, выходя оттуда, встретил своего товарища, который должен был ему 100 динариев. Это очень, в сравнении с 10 тысячами талантами, 100 динариев, это, ну, мелкая сумма. И тот начал говорить ему, ты заплати мне, ты отдай мне мой долг, эти 100 динариев. А тот его тоже начал умолять и просить, подожди, то есть потерпи, я тебе отдам. Но тот не захотел ждать и не хотел его больше терпеть, а отдал его, значит, в тюрьму, как здесь дальше написано, пока не заплатит долга. Значит, услышал господин, то есть государь услышал этот случай и опять зовет этого раба и говорит, злой ты раб, я тебе все простил. Не надлежало ли бы тебе точно так же поступить с твоим товарищем и простить ему? И, значит, он его сажает в тюрьму, и пока не отдаст долга. Это значит, все, он оттуда из тюрьмы не выйдет никогда. Христос, значит, последним стихом говорит так, 35 стих. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Дорогие друзья, я не знаю, почему сегодня эта тема, может быть, я не знаю, может быть, она не актуальна сегодня среди нас, но я думаю, почему-то сердце мое побуждало именно сказать вот на эту тему, потому что от этого действительно зависит наше пребывание в Царстве Небесном. Мы, может быть, на это мало обращаем внимания, точно так же, как и на обиду. Обиделись мы, ну и носим обиду, может быть, годами носим обиду. И вот это вот непрощение. И как бы с этим привыкли. И она как-то незаметна. Мы также ходим на служение, мы также, может быть, поем в хоре. Мы, может быть, и проповедуем даже. А в сердце нашем какое-то вот, может, где-то обида какая-то сидит. А мы просто уже, она как бы, как говорят, травой заросла. А в принципе, я не могу того или другого брата с ним разговаривать. Или ту или другую сестру не могу я приветствовать или с ней рядом сидеть. Да, я как-то избегаю, обхожу стороной, то не обида ли в сердце моем? И вот это вот непрощение, может быть, она глубоко в сердце моем сидит, и я думаю, все нормально. Но пусть Бог каждому из нас поможет, и чтобы мы могли проверить свое сердце. И действительно, как здесь Христос говорит, так поступит Отец мой Небесный, если вы не будете от сердца прощать, или простит каждый из вас от сердца своего, от сердца брату своему согрешение его. Вот, мы сейчас будем молиться, и пусть нам Бог поможет, потому что почему так Христос это связывает, как бы так, с Царством Небесным? То есть это условие, одно из условий попасть в Царство Небесное, вот это вот прощение. Потому что Христос нас простил. Мы вообще не заслужили прощения никакого. Мы ничего хорошего не сделали для Христа, а Он нас простил.
Он нас простил. Он нам ничего не упрекал нас, как мы сегодня слышали, за этого блудного сына. Отец не упрекал сына, да, вот ты такой-сякой, ты тебе пришел, вот. Нет, отец ему дал одежду, он ему дал обувь, все необходимое, все, чего он потерял, все отец ему дал, без всякого, значит, упрека. Сын этого не заслужил. И он правильно говорит: пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил пред небом и пред тобою, и недостоин называться сыном твоим. Это правильные слова. Так же сегодня и мы. Христос нас простил не потому, что наши дела были хорошие, не потому, что мы принадлежим какой-то, значит, нации. Нет. Христос нас простил, помиловал, и Он хочет, чтобы мы прощали, чтобы мы, значит, вот несли вот это вот прощение в этот мир, да, чтобы мир видел действительно, что мы можем прощать, что у нас не так, как в мире, значит, или не так, как по Старому Завету. Зуб за зуб, глаз за глаз и так далее. Да? Поможет нам Бог. 102-й псалом, еще читаю один стих, и мы будем молиться. 102-й псалом. Начну с первого стиха. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». До этого места. Здесь Давид говорит такие слова, что не забывай, душа, все, что сделал Бог для тебя. Он прощает все беззакония твои. И так дальше, там еще говорит: избавляет от могилы жизнь твою, обновляется подобно орлу юность твоя. Да? Все Бог делает для человека. Душа, не забудь. Не забудь, благословляй Господа. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, не только, значит, нашим языком, но вся внутренность наша. Мы всецело должны Бога благословлять, мы должны Его благодарить, потому что действительно Он нас простил, Он прощает все беззакония наши. Вот, и это не наша заслуга. Как я уже говорил, это все Господня милость к нам. И за это мы Ему должны быть очень благодарны. И если против нас кто-то согрешит, против меня или против кого я, то мы должны прощать, потому что это условие, чтобы мы попали в Царство Небесное. Пусть Господь нас всех благословит, мы будем молиться. Аминь. Вечер склоняю я колени в тиши и тебя призываю, о властитель души, ты приди в мою душу, тебя свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово и лей, ты приди в мою душу. Тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово и лей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Света.
светом правды всегда ты нашу жизнь озари. Как Эммаус когда-то рядом с нами иди, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца по дороге к отчизне. С нами будь до конца, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца по дороге к отчизне. С нами будь до конца. Вечер склоняю я колени в тиши и тебя призываю, о властитель души, ты приди в мою душу, тебя свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей, ты приди в мою душу. Тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Садитесь, друзья. Мы сейчас прослушаем песню одну. Мы эту песню давно уже поем у нас в церкви. И всегда, когда мы ее поем, она очень новая для меня. Потому что слова в этой песне очень важные. Бывает в жизни, когда у нас такое благоденствие, вроде все хорошо, и мы начинаем забывать имя Господне. Мы забываем, что Его око над нами всегда. Иногда Бог дает нам приятные дни, спокойные. Бывает несколько лет без проблем, и мы начинаем потихоньку утихать. Забываем благодарить Господа. У меня в жизни был один момент такой. Я молился об одной нужде больше года. Вы не поверите, я молился днем и ночью. Не ночь напролет. Я ночью просыпался где-то в 2-3 часа ночи, как будто бы Бог пробудил меня.
Я нуждался, молился. Я даже, когда ехал на грузовой машине, я забывал, ну, по-немецки «Ausfahrt», выезд с аутобана. Забывал, проезжал дальше, пребывая вот в искании, в нужде пред Господом. В этой песне говорится во втором куплете, когда внезапно горе придет в твою жизнь, помни, что око его над тобою. Иногда все закрыто, как будто полный густой туман, и Бог не видит. Тяжело идти, но надо всегда помнить, что Бог с тобою. Иногда приходит ситуация, что безвыходное положение. И эта песня нам ясно объясняет. Все равно помни, что Бог с тобой. Он тебя никогда не оставит в беде. Я нуждался пред Господом почти больше года об одной нужде. Я говорю: Господи, мне тяжело, помоги мне. Ты видишь мою нужду. У меня были определенные нужды. И буквально сейчас прошло где-то несколько месяцев, чуть больше, чем полгода, и Бог дал мне ответ. Он говорит: сын мой, я услышал твою молитву, потому что она была вознесена в большом сокрушении. И я дам тебе ответ вскоре-вскоре, очень-очень скоро. Я уже чувствую, Бог ответил на некоторые позиции в моих нуждах. Поэтому сегодня важно ждать от Господа. Даже ты, если попадешь в очень тяжелый момент, не бросай все, не думай, что Бог тебя оставил. Нет. Если есть, может, нуждающаяся мать за сыновей, за детей, нуждайся пред Господом. Он наблюдает за тобою, Он видит твою скорбь. Он тебя никогда не оставит. Я испытал это. Пусть Бог нас благословит в слушании этого псалма. И, может быть, кому-то в жизни она поможет. Надейся на Господа. Он близок. Он видит и слышит всегда тебя. Людей можно скрыть.
Но прошу Тебя, не отвергни, Иисус, принимая хвалу. Знаешь, Боже, что я очень бедный, но душою Тебя все люблю. О, хвала Тебе, Тебе, Иисус, Спаситель! О, хвала Тебе, моей души Творец! Льется пусть она Тебе, мой Искупитель, из потока Тобой купленный сердец. О, хвала Тебе, Тебе, Иисус, Спаситель! О, хвала Тебе, моей души Творец! Льется пусть она Тебе, мой Искупитель, из потока Тобой купленный сердец. Знаю, мой Господь, Ты прекрасен, справедливый Царь Божий Ты. Как бы ни был путь мой опасен, хорошо с Тобой мне идти. И пускай ревут ураганы, пусть они налетают на грудь, но сквозь тернии, дожди и туманы солнце Ты освещаешь мне путь. О, хвала Тебе, Тебе, Иисус, Спаситель! О, хвала Тебе, моей души Творец! Льется пусть она Тебе, мой Искупитель, из потока Тобой купленный сердец. О, хвала Тебе, Тебе, Иисус, Спаситель! О, хвала Тебе, моей души Творец! Льется пусть она Тебе, мой Искупитель, из потоков Тобой купленный сердец. Я иду, Господь, Ты со мною, я иду домой в небеса. Там солюсь я, Господь, я с собою, навсегда, навсегда, навсегда. И прошу Тебя, милый Боже, будь со мной до последнего дня. Среди дней и путей очень сложных не смолкают мои пусть уста. О, хвала Тебе, Тебе, Иисус, Спаситель! О, хвала Тебе, моей души Творец! Льется пусть она Тебе, мой Искупитель, из потока Тобой купленный сердец. О, хвала Тебе, Тебе, Иисус, Спаситель! О, хвала Тебе, моей души Творец! Льется пусть она Тебе, мой Искупитель, из потока Тобой купленный сердец.
Слава Богу, братья и сестры. Мы хотим сейчас с братьями спеть псалом один. И этот, как брат Вальдемар только что уже напоминал, что у него была нужда перед Богом. Он просил, Бог ответил. Так и в моей семье ровно год назад была большая проблема. Я нуждался в Боге, я молился. Я был разбитый и не знал, как найти выход. И Бог мне положил этот псалом на сердце, когда я смог обратиться к Богу. Я нам хотел сегодня положить на сердце, что если у кого-то проблема или кто-то нуждается в какой-то нужде, что мы всегда знали, что Бог с нами рядом, и что Он не оставит нас, что Он из каждого положения может помочь и вывести. Бывают в жизни трудные минуты, когда не видно солнышка и туч, когда приходят вдруг часы разлуки, все уже кажется наш путь. Когда ослабнут силы и нет рядом того, кто смог утешить, смог понять, ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом. Он за тебя пошел на крест страдать. Солнце ниже все садится, совсем к закату скоро уж придет. Наш путь тернистый скоро прекратится, а в небе радость с Иисусом ждет. Когда ослабнут силы и нет рядом того, кто смог утешить, смог понять, ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом. Он за тебя пошел на крест страдать. Вновь по узкой жизненной дороге с тобою рядом он идет. И если вдруг поранишь свои ноги, берет на руки нежно и несет. Ослабнут силы и нет рядом того, кто смог утешить, смог понять. Ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом. Он за тебя пошел на крест страдать. Когда ослабнут силы и нет рядом того, кто смог утешить, смог понять. Ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом. Он за тебя пошел на крест страдать.
Да, милости Господних полна земля. И мы сегодня уже много слышали. Слышно меня? Слышали уже много от друзей наших свидетельства, что Бог, Он настолько милостив к нам, что Его милости нам невозможно сосчитать. И в одном из своих псалмов Давид как-то тоже высказывался и говорит: если я начну считать Твоих милости, сосчитывать их, то не будет им конца. Слава Богу нашему. И мы желаем спеть также псалом о этих безграничных милостях Господа Бога нашего. Ибо, как написано, Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и праведными, проливает дождь свой над злыми и праведными. И во всем мы видим руку Божию. И в другом псалме Давид также говорит: когда я взираю на дела рук Твоих, на солнце, на луну, на звезды, на дела рук Твоих, то что есть человек, что Ты помнишь о нем каждый час? Мы вознесем славу Богу нашему. И в этом псалме также нас стихотворец призывает, чтобы мы смирились пред Богом нашим, воздали Ему славу и пришли, открыли сердце пред Ним в глубоком раскаянии, потому что Он избавил нас из пучины наших грехов, вывел нас и дал нам надежду на жизнь вечную. Мы будем петь. Безграничны в милости велики, властелин бесчисленных миров. Чем могу воздать Тебе, Владыка, за Твою заботу и любовь? Чем могу воздать Тебе, Владыка, за Твою заботу и любовь? Пред Тобой в торжественном параде проплывает солнце и луна. Не Твоя ль созвездий мириады рассыпает сильная рука? Не Твоя ль созвездий мириады рассыпает сильная рука? Помоги сомнения и терзания. У креста Голгофского сложить и открыть в глубоком раскаянье тайники рыдающей души. И открыть в глубоком раскаянье тайники рыдающей души.
из пучины зла своей рукою. Извлеки меня и оживи, чтоб навеки утонуть душою в океане Божией любви, чтоб навеки утонуть душою в океане Божией любви. Дорогие братья и сестры, давайте скажем еще раз слава Богу. Бог наш велик, Он нас благословляет, и Он нас привел на это место сегодня, и мы можем с Ним сегодня это общение иметь. Из-за этого слава Богу. Знаете, я так по-русски не так уж хорошо могу, особенно читать не так хорошо, но прошу у вас прощения и терпения. Если буду что-то читать, и долго буду читать, может. Но знаете, мне тоже лежит на сердце, я уже дома тоже внутри чувствовал, что мне предложат слово говорить. Знаете, я хочу тоже с вами прославить Бога, и я величать Его в этом. У меня здесь такое местописание из Бытия, 32 глава. Я сегодня утром это читал, я задумался, и мне оно так в сердце пало, и я хотел это прочитать. Бытие, 32 глава. «И Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. И Яков, увидев их, сказал: это ополчение Божье, и нарек имя месту тому Маханаим». Знаете, здесь такое был случай, или такой период жизни Якова, когда он ушел от Лавана, и Лаван за ним пошел. Ну, о том его на речь мы знаем, те, которые Библию читают, они знают. Ну, и потом, когда это утро настало, когда с миром Лаван ушел, он поцеловал своих внуков и своих дочерей и ушел. И Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. И я мне поставил такой вопрос, как он встретил ангелов Божьих? Знаете, здесь ничего подробно не стоит, как и что было. Но знаете, он заметил, и Яков увидел их, сказал: это опечение Божие. Может, я так задумался, может, какое-то у него снова было какое-то трудное положение, и он увидел руку Божью, милость Господню, и он и узнал, это ангельская рука надо мной была. Знаете, и как мы сегодня и свидетельство слышали о Алексее, когда он говорил, как его Бог привел к себе. Знаете, он сказал, он не искал, но вечность, или как-то он выразил, нашла его. Или не вечность, но Бог нашел его. И также у меня в жизни, можно сказать, я не искал Бога. Я был молодой, можно сказать, я не с юности
или не с малых лет я в церковь ходил. Я уверовал так, когда моя мама заболела раком, и ну, в такой силе, что она и не могла выздороветь. Но она умерла, и я помню, когда мы так еще, мы были трое детей еще дома, и папа с нами ходил потом на собрание. Моя мама, она тоже перед тем, как она умерла, она получила Духа Святого и ушла в вечность. Она хотела еще принять водное крещение. Ну, так было так, ну, братья сказали, Лили, ты доживешь еще до Цумзома? До лета доживешь? И потом примешь водное крещение, но она не дожила, она вечно ушла. И так вот мы шли как-то с папой на собрание, ну как-то, ну, я и мой брат, и моя сестра. И потом, я думаю, было 14 лет мне или 13 лет. И потом моя сестра, она потом снова, ну она друга нашла, и так вот она ушла потом с церкви, не ходила больше. И папа, когда это увидел, он подошел ко мне и к моему брату Эдику и говорит, я вас не хочу заставлять, вы решайте сами. Знаете, и в тот момент я могу тоже сказать, что не я Бога искал, а Бог меня нашел. И в то время мы сказали с братом, мы пойдем в церковь, слава Богу. И знаете, Бог нас так ведет такими чудными путями. Я думаю, каждый видел этих ангелов Божьих в своих жизнях. И может сказать, да, Бог меня сохранил, Бог меня привел, или Бог меня к этому месту, или до сего дня провел. Знаете, и я вот, мне мысли такие у меня были. Мы недавно, я с подростковыми занимаюсь, и мы недавно такую тему имели о этой вдове, этого судья, ну, всегда к нему подходила и говорила, дай мне право, или я вот не могу сейчас по-русски так все высказать, знаете, ну, он в конце ей помог, и потом стоит, что, ну, Бог, если этот судья помог, ну, сколько Бог будет помогать, если мы будем к нему взывать, знаете, и меня так на сердце положило сегодня говорить, что как этот дом называется, по-русски мне это нравится, но по-немецки мало говорится «Бейтхаус», а по-русски так «молитвенный дом». И знаете, мне это так, ну, так всегда к сердцу, когда так как-то ближе к сердцу, когда по-русски говорят «я иду в молитвенный дом». И я сам себя проверяю, думаю, как в моем сердце, если я иду в молитвенный дом. Сколько я молюсь в моей жизни или в каждом дне, сколько я молюсь Богу. Знаете, или как на верующих говорят, молитвенники. Знаете, и вот мне это просто в сердце пришло. Я бы так подумал, что можно кушать сильно много, можно что-то, можно петь сильно много, что может даже уже голоса не будет. Знаете, но я еще в моей жизни это никогда не имел, что я сказал, я сильно много молился. Я не знаю, кто-то ли может сказать это, но я не могу это сказать. И я думаю, это не будет, если мы молимся. Конечно, если мы просто по-плотскому как-то молимся и не имеем общения с Богом, может, оно где-то такое, силы как будто не хватает. Знаете, а если молишься, и это присутствие Божие имеешь, и это общение с Богом, тогда молитва никогда не надоест. Никогда. Знаете, мне вот это, такие мысли были. Я хотел вот прочитать три случая. Есфир, 4 глава, 16 стиха. Мы знаем это, что когда должен был народ иудеев как бы истреблен, когда этот закон как бы вышел.
И когда Мардахей пришел, ну и говорил с Эсфирой, и о том здесь стоит такое, в 4 главе 16 стиха, я с 15 прочитаю. «И сказала Эсфир в ответ Мардахею, пойди собери всех иудеев, находящихся в Зузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, и днем, и ночью. И я служанками моими буду также поститься, и потому пойду к царю, хотя это против закона, и если погибну. И пошел Мардахей и сделал, как приказала ему Эсфир». Мы видим в этом случае, что Эсфир так решила, она правильно решила. Знаете, и мне вот просто так было на сердце сказать, что была нужда. У них была нужда. Знаете, и когда вот это так задумайся, бывает в моей жизни тоже, это к стыду моему, что как будто нету нужды. И даст Бог, чтобы мы задумались об этом. Знаете, тоже как с подростковыми, когда работаешь, и тоже видишь, ну как-то такое, как будто, ну нет нужды. Как будто у них, у этих детей, нету нужды молиться. Бывают такие молитвы, ну стоишь, и нету молитвы. Знаете, и как будто нету нужды. И так, знаете, а Бог хочет, чтобы мы эту нужду имели, чтобы мы каждый день общались с Ним. Мы сегодня слышали это стихотворение, сестра рассказала, я не могу сейчас так полностью сказать, но так смысл в этом был, что Бог хочет общения с нами. Знаете, и уже одна нужда, она каждый день у нас есть, общение с Богом. И не только с Богом каким-то далеким, но с Богом, который является нашим Отцом. Братья и сестры, слава Богу! Бог наш Отец, и Бог хочет с нами общения. Он не хочет нас как-то оттолкнуть, Он хочет общения с нами. И с каждым, дорогой друг, который, может, еще не принял Бога свою жизнь, не отдал свою жизнь Господу, Он хочет иметь общение с тобою и не хочет, чтобы какой-то человек пошел в погибель. Нет, Бог хочет, чтобы каждый имел жизнь вечную. Слава Богу! Знаете, и второе такое тоже случай, это в Данииле стоит. Я, может, сначала скажу так, своими словами, чтобы так много не читать. Но здесь об этом стоит, что 3 Симеон решил Даниил не есть и не пить, и даже не мазать, ну, как бы свое, ну да, с маслом, и он так себе положил это на сердце, и такой нуждался, просто он нуждался, знаете, и стоит Данииле в 10 главе, я тогда буду читать с 10 стиха. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани руки моих. И сказал он мне, Даниил, муж желанный, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я
встал трепетом, но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но смысл в том, что я хотел выразить. Даниил, он что-то взял в свое сердце. И как здесь стоит: с первого дня, как ты расположил сердце твое смирить себя перед Богом. Знаете, братья и сестры, мы, которые, может, уже долго, уже, ну, принадлежим Церкви Божьей. И есть такое, я думаю, каждый это знает, есть ослабевание. Когда ослабеваем и так как-то беспечно живем. Знаете, в моей жизни, что я хотел сейчас этим сказать, здесь стоит, что он положил в своем сердце, смириться перед Богом. Знаете, мне сейчас вспоминается, я уже это в маленьком кругу и в церкви как-то говорил, что здесь Даниил, он сам себе положил в сердце смириться перед Богом. А у меня такой был случай, я посещал так, это уже, может, 5 лет назад уже было, я посещал такую молитвенную группу, и, ну, так Бог допустил, хотел меня в чем-то научить. И так вот, ну, там у нас такой маленький круг, и братья с нами были. И так всегда что-то как-то, мы то в воскресенье собирались, то в среду собирались. И всегда так как-то перелаживали, и потом и другие на другой час перелаживали. И вот так получилось было, что как-то мы переложили были, ну, нашу встречу всегда в 2 часа воскресенья. Не, в 4 часа воскресенья молиться. И брат диакон 3 раза подряд это забывал. И каждый раз, когда он приходил, он говорил: простите меня. Он уже подходил под конец и говорит: простите, я забыл. Ну и так вроде бы. Второй раз он тоже пришел и тоже сказал: я забыл, простите меня. И о том я уже допустил мысль. И думаю, ну как можно молитву забыть? Ну и так, и раз, и 3-й раз он пришел, так, и я тоже так подумал, ну, нельзя же как-то молитву забыть. И воскресенье, ну, как-то, ну, не может быть. Ну, не может быть, я не подумал, но я подумал, ну, как это может быть, как бы. Ну, потом приходит 4-е воскресенье. Я приготавливаюсь, все делаю, а как 4 часам подходит, забываю. И не прихожу на эту молитву. Тому уже было уже, он-то хоть приходил попозже, но он приходил еще. А я вообще не приходил, потому что я вообще забывал. Приходит 5-е служение, я забываю. Приходит 6-е служение, даже 1 раз я постился, и то забыл. И вот и как-то так случилось, но я уже понял был. Я уже понял, что я неправильно поступил. И так вот потом на 7-й раз, и потом, когда, ну, после этого, ну, 3 раза я забыл, 4-й раз я прихожу и брату говорю: брат, прости меня. Я так допустил такую мысль, и Бог меня научил в этом, что в малейшем, я не сказал, или я даже не могу сказать, что я так его, как бы, ну, внутри наругал, как бы, да. Такого не было, ну, такую просто мысль допустил. Ну и Бог меня смирил в этом. Да, я понял, что нельзя это. Нельзя против кого-то что-то так думать или что-то, да. Знаете, и здесь я тоже, здесь Даниил, он положил сам в сердце свое смириться перед Богом. И какое-то блаженство, когда сам
человек положил себе что-то в сердце. Знаете, и так же и мы и хотим сегодня. И я хочу призвать к этому, чтобы мы положили это в сердце, больше молиться нашему Богу. Не только Богу, как я сказал, но Отцу нашему Иисусу Христу. И я последнее место прочитаю и хочу тоже нас призвать с этими словами к молитве. Это из Деяния, 10 глава, с 1 стиха. Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого италийским, благочестивый и боявшийся Бога со всем домом своим, творявший много милостини народу и всегда молившийся Богу. Он видение ясно видел. Около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостини твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей к Иофию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кашевинка, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которым спасешься ты и весь дом твой». И 44 стих, это уже когда Петр был у него. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Мы это, эту Begebenheit, это случай, знаем все. Знаете, этот Корнилий, он постился, он молился, и вот ангел Божий говорит: пошли туда и призови или приведи, чтобы пришел, или позови, чтобы пришел Петр. Знаете, что я хотел тоже просто ударение на это сделать, что он снова что-то сделал, и он нуждался. Он нуждался перед Богом, он милости не делал народу Божьему. И знаете, я думаю, он любил Бога, он любил народ Божий. Знаете, а Бог, он говорит: «Я вспомнил это». И он выходит навстречу. Знаете, и также и у нас, братья и сестры, если мы в что-то нуждаемся, или как брат Владимир говорил, что он
нуждался день и ночь. Но ответ, он когда-то пришел был. И мы читаем тоже от этой вдове, как я уже вначале говорил, и там тоже такие слова стоят, и Бог помог, сначала стоит, что Бог делает так, что Он как бы ждет, а потом стоит, дальше в следующем стихе что стоит, и внезапно как бы я помог. Знаете, это, и что Бог тоже так же в нашей жизни делает, Бог хочет сначала, чтобы мы нуждались, чтобы мы имели это общение с Богом, чтобы мы просто нуждались и предавали нашу жизнь Богу, Иисусу Христу. А потом Бог уже знает, в какое время Он ответ даст на нашу нужду. И я хочу в этом тоже, может, с этими словами укрепить руки братьев и сестер, которые, правда, может, какую-то нужду имеют. И думают, почему так долго, почему еще нету ответа. И знаете, Бог, Он даст ответ. Бог даст ответ, но мы, как мы эти все читали вот эти все случаи, Бог всегда помогал. И Бог поможет тоже и тебе, брат и сестра. Но нам нельзя унывать, нам нельзя наши руки отпускать. Мы должны молиться. И знаете, и я тоже хочу с этими словами призвать нас, чтобы мы помолились нашему Богу. И предать всю жизнь Ему. Знаете, это я могу сказать тоже с моей жизни. Когда я 14 или 13 лет мне было, когда я сказал папе, что я буду Богу служить, но все равно в моей жизни или в моем подростковом, в жизни были так много плохих делов, которые я делал, которые не говорили об этом, что я христианин. Они не говорили об этом. Знаете, но Бог, потому что я так в сердце положил, я хочу служить Богу. Знаете, Бог меня провел через это. И Бог тоже и в этом, если мы молимся Богу о какой-то нужде, Бог проводит. Может, у нас какие-то, спотыкаемся, может, да? Но Бог слышит молитвы. За это Ему слава. И давайте мы склоним наши колени и помолимся Богу, и предадим наше сердце Господу Богу. Аминь. Светом правды всегда Ты нашу жизнь озари, как Эммаус когда-то рядом с нами иди. Разъясняй слова жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца. Разъясняй слова жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца. Вечер склоняю я колени в тиши, и Тебя призываю, о властитель души, Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, я Твой голос услышу, Твое слово елей, Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь
на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Светом правды всегда ты нашу жизнь озари, как Эммаус когда-то рядом с нами иди. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца. Вечер склоняю я колени в тиши и тебя призываю, о властитель души. Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей. Я твой голос услышу, твое слово елей. Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей. Я твой голос услышу, твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Правды всегда ты нашу жизнь озари, как Эммаус когда-то рядом с нами. В следующей песне тема идет о вопросе, который задали ученики Христу. Они когда-то спрашивали его: Господи, когда это будет? Речь идет о суде Божьем. Дорогие мои братья и сестры, Бог призывает сегодня, вчера призывал, и, может быть, когда-то прекратится этот зов Божий. В этом псалме мы услышим слова, которые нам апостол Петр говорит, и он говорит: «Время, ибо время начаться суду с Дома Божия». Бог работает в церкви уже сейчас, и когда-то придет конец. Человек это не знает, Сын Божий это не знает, и ангелы не знают. Но, судя по всему, в этой песне мы услышим слова, что восстанет народ на народ. И сегодня это происходит.
Я анализировал время после рождения Христа. Посмотрите, прошло чуть больше, чем 2000 лет. Вот эти предыдущие 1850 лет в человечестве почти что никаких изменений не произошло. Как люди ездили на лошадях, так они ездили до того, когда изобрели первый паровой двигатель. Как они шли многие километры пешком, если взять, допустим, промышленность, как развивалась, и все человечество. Но посмотрите, какие бурные действия произошли за эти 100 лет, чуть больше 100 лет. Посмотрите, как изменился человек. Павел говорил Тимофею, что люди в последнее время, какие они станут, и мы видим это. Еще говорит нам Писание, что во многих охладеет любовь. Это мы тоже видим. Это говорит нам о последнем времени. Нам нужно быть очень осторожным. И в этой песне говорится: «Держите светильники». Светильник – это наше духовное состояние, чтобы они горели. Не идти с потухшими факелами, которые еле тлеют. Они должны гореть, чтобы предстать пред Господом. Сегодня есть возможность. Дух Святой тебе говорит: друг мой, поправь свой светильник, время близко. Thank you.
Последнее время уже наступает, дрожит вся земля. Придет наш Спаситель, уже не учитель, а грозный судья. Мой друг, ободрись же, мой друг, приготовься, чтоб встретить царя. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью дня. В заботах житейских почти не заметил, как осень пришла. Но так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Время, как много работы для Божьих детей. Ведь в мире коварном навеки погибнет так много людей.
мой друг, собери же последние силы, отдай для Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Слава нашему Господу, братья и сестры, знаете, это такой трогательный псалом, знаете, пропели братья. Последнее время уже наступает, знаете, но мое сердце положилось сказать народу Божьему, не наступает, оно уже наступило, дорогие братья и сестры. Нам нужно встречать жениха, того, который однажды оставил славу неба и создал свою голубицу, церковь здесь, для славы своей, для свидетельства его, то, что он искупил человечество, и каждый, кто положит свое сердце, предаст ему свое сердце, будет спасен. И знаете, однажды в Деяниях написано, в Деяниях апостолов, в первой главе написано, когда после вознесения Иисуса Христа, Иисус вознесся, они все ученики смотрели на небо, кто с ними был, и предстали перед ними два мужа белых одежды, и они говорят им: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на этого Иисуса? Он придет же таким образом, придет, как и вознесся. Он придет, братья и сестры, на эту землю. И непременно придет». Знаете, прошли уже, как я буду читать стих о восхищении церкви. И здесь столетия прошли, остались минуты. Знаете, по Божьим этим меркам уже совсем осталось народу Божьему. И Господь сегодня призывает, чтобы мы каждый поправили свой светильник, запаслись этим маслом, чтобы чтобы мы могли противостоять эти бури, которые грядут впереди, и штормы, которому народу Божьему нужно будет пройти, противостоять. И та, которая великая тьма, о которой Господь предупредил, что и грядет на народ мой, и что никто эту тьму не пройдет без масла в сосудах. И Господь говорит, как много-много душ без масла, и они не пройдут, они лягут, падут в этой тьме. Поможет нам Господь. Каждый примите эти слова, которые будут читаться о восхищении церкви. Господь придет непременно забрать свою невесту, кто его любил, кто его ожидал, кто о нем свидетельствовал всему миру, этому погибающему, знаете, он придет непременно. Мы послушаем этот стих. Восхищение. На наших глазах исполняется слово. Последнему кругу начался отсчет. Вот только представьте, уже все готово, и скоро Иисус за невестой придет. Назначена встреча, усмотрено место, и стрелки сойдутся вот-вот на часах. И платье уже примеряет невеста, чтоб в белом наряде предстать в небесах. Столетия прошли, и остались минуты. Как хочется, чтобы час встречи настал, и праздником вечность ворвется в то утро для тех, кто Иисуса Христа ожидал. Им явит Господь благодать восхищения, поднимет Он церковь свою над землей, на облаке белом святые мгновения обнимут невесту простор голубой. И вверх, в небеса, через звездные дали, жених и невеста об руку рука. Все ангелы скажут, как долго мы ждали, с каким нетерпением считали века. Жених и невеста, брак Божьего Сына, зал тронный, и гости, и ангелов хор. О, кто же опишет такую картину, которой не видел ничей еще взор?
И я не могу описать встречи этой. Все в тайне пока, но свершится, мы ждем. Вздохнет, провожая невесту планета, вздохнет и заплачет прощальным дождем. На небе у Бога уже все готово, невеста торопит, гряди Иисус. О сколько искупленных слава Христова, в молитвах желания это несут. Он скоро придет, Он придет непременно, и явными станут невесты мечты. Уже раздаются шаги во вселенной, рассвет приближает молитвы святых. Жених не замедлит, час встречи уж близок. Ждет церковь, но ждать нелегко на земле. И сердце все громче стучит у невесты. 2 месяца ждать или несколько лет. Не знает невеста, я тоже не знаю, но с мыслью одной день встречаю любой. Гряди, мой желанный, тебя ожидаю, мой царь, мой Господь, мой Спаситель, мой Бог. Не мне, Иисус, устанавливать сроки, и вовремя ты за невестой придешь. Но с тайной надеждой говорю эти строки, желание сердца не будешь ты строгим, быть может, ты завтра нас в небо возьмешь. Слава нашему Богу! Друзья, я вместе с вами тоже хотел сказать слава Богу нашему. Не богата ли пища, которую Бог нам даровал в эти часы? Мы действительно с такой генерацией в Германии, которая уже потихоньку забывает русский. Но с Божьей помощью я бы хотел поделиться Словом Божьим с вами. Дабы Господь благословил, дабы Господь даровал свое помазание, свою милость нам. Вы знаете, брат, что говорил передо мною, о молитве, да. Мне вспомнился такой случай. У нас как-то был один проповедник, он об этом тоже, о молитве проповедовал. Так что мы можем во всех нуждах приходить к Господу, потому что написано, да, в псалме, что «Возови в час, как бы в бедствие, да, я помогу тебе». Но, есть одно «но», друзья, чтобы эта молитва, как брат привел такой пример, чтобы эта молитва не была как запасное колесо. Или как один говорит, позвонил одному брату, говорит, брат, давай помолимся. А он говорит, а что-то случилось? Друзья, эта молитва, это еще, есть у нас один какой-то способ, где мы можем разговаривать с Богом. Мы знаем, кто читает Библию, да? Мы знаем и читали в том, что человечество Бог сотворил и сказал, что все хорошо, все прекрасно, да. Но это человечество как бы началось с катастрофы. Началось с катастрофы в том, что первые люди не послушались Бога. Первые люди, они как бы эту заповедь не могли исполнить. Одну заповедь. И что случилось? Случилось то, что, как Бог показал, когда строили скинию, когда строили храм, случилось то, что вот эта завеса была повешена среди нас, человеков, и среди людей. И то это было с избранным народом, с израильтянами. А тут, как мы, да, как бы отвергнуты, можно сказать, да, в то время Богом, как язычники, вообще народ, который жил во тьме, как пишет Исаия, да, что Бог открыл, показал этот свет тот на кресте, который пришел на эту землю, который восстановил опять этот непосредственный путь к Богу. Друзья, я бы хотел призвать сейчас к молитве и перед этим прочитать некоторые места, которые Бог положил мне на сердце. У нас сегодня утром было такое призывное служение, да? Но у меня все еще звучит в этом сердце призывать людей, как бы, чтобы открыли свое сердце Иисусу Христу. Ведь только в этом есть смысл жизни, ведь в этом только есть, как бы, наше счастье, да. В этом должно, как бы, наш смысл жизни вообще, да. Потому что без Христа
как бы весь смысл, все теряется. Мы можем за что-то взяться, да, можем взяться за своих детей, да. Но когда-то они, может, уйдут с нашего дома, рассеются по всему миру, как у некоторых у нас в церкви есть, да. По всему миру разъехались. И за что потом браться? Друзья, у меня был один родственник, он всегда отвергал Бога. Всегда говорит, ну, кто его знает, есть там что-то или нет. И вот пришел момент, когда Бог положил его на одр, да. Положил его, и у него был рак. И он в таком ужасе, в таком трепете хотел за что-то взяться. Но ведь он говорил, ничего нету. Он говорил, нету ничего. Нечем было взяться. Ну, слава Богу, ходили туда, с ним беседовали, как-то с ним работали. И он, по свидетельствам братьев, он как-то молился. Я не знаю подробностей, может, и покаялся человек. Слава Богу, что Бог как-то еще дает милость людям, да, чтобы открыть глаза, духовные эти глаза, да. Мы читаем Матфея, 11 глава. Иисус призывает нас, или Иисус призывает души, которые в этом мире, да, которые не знают никакого уже выхода, не знают никакого уже как бы, ну, как бы выхода, не знают, куда идти, как поступить. И Бог призывает, или Иисус Христос призывает, 11 глава Матфея, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Если мы посмотрим, да, кто читал, может, эту книгу «Путешествие пилигрима», какое бремя у него висело на спине. Да, он шел, томился в этом. Но перед крестом, когда он склонился, когда он посмотрел на этот крест, это бремя упало от него. Ему стало легко идти дальше. Он мог бодрее идти дальше. Так и у нас, может быть, или у кого-то, дорогой друг. Это бремя висит. Что-то есть, да, что мы не можем как-то оставить. Это бремя висит и тяготит. И как-то давит на нас, да. Дорогой друг, Иисус Христос призывает, да. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Да, что бремя его легко. Даже в Исаии мы видим, написано, написано в 9 главе, 2 стиха. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадьяма». Что это ярмо, тяготившее, может, когда-то нас, она освободила нас. Да? Кровь Иисуса Христа, она освободила нас от этого ярмо, от этого, как бы, от этого иго, которое лежало на нас. Да? Каждый может засвидетельствовать своей жизни, да? Своей жизнью тоже, да? Что как Бог освободил нас, как дал нам этот смысл жизни. И Исаия призывает, да, или Дух Святой через Исаию призывает в первой главе тоже, что 18 стиха, «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Что Господь призывает, что
Есть еще шанс. Если кто-то говорит себе, я не знаю, я уже, наверное, столько нагрешил, как вот наш брат говорил сегодня, да, я такой грешный, там буду как белая ворона среди черных, да, что я столько нагрешил, что я буду там делать, да, но нет, Бог призывает, что если наши грехи, как пурпур, да, что Бог убелит, как снег сделает наше сердце, преобразит наше сердце, чтобы мы как бы последовали за Ним, и мы имеем это полное счастье, полную радость в Иисусе Христе. Друзья, вся наша смысл жизни, наша цель жизни, чтобы служить Иисусу Христу, ибо Он умер за нас, да. Если бы не Он, как я читал, да, что народ темный, да, что мы бы навеки были бы потеряны. Я как-то слышал от нашего брата Рихарда Циммермана, вы его все знаете, он такой рассказал пример, как один брат проповедовал, что он говорит, что если мы идем на рынок, да, мы идем на рынок, то мы хотим за самую низкую цену купить что-то самое драгоценное. Но что сделал Бог для нас? Да? Что сделал Бог для нас? Он заплатил самую высокую цену за нас низких, да, за нас таких, которые столько много натворили, да. Может кто-то думает, ну я много ничего не сделал, никого не убил, никого не крал, да. Я как-то вроде ни в чем не нуждаюсь, я как-то могу сам, то не обманывайтесь, да. Бог поругаем, не бывает. Что сеет человек, то пожнет. Бог видит все, да, как мы пели, да, помни око Его над тобою. Она наблюдает над тобой и хочет твоего спасения. Но как мы простираем руки, как мы приближаемся к Богу, как мы приходим пред Ним. Есть такое местописание, что Он как камень, который отвергли строители. Который отвергли строители, и кто упадет на него, тот разобьется. И на кого он упадет, того он раздавит. Брат Дмитрий Беспалов, он высказал такую мысль, да, давайте лучше упадем на него, разобьемся. Как бы, чтобы разбитым сердцем прийти к нему разбитым этим сердцем, умоленным духом, чтобы Бог коснулся нас, да, чтобы Бог наполнил нашу жизнь, ведением Его, чтобы как бы Бог вел в нашей жизни, чтобы мы отдали сердце Ему полностью, как написано, возлюби Господа твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением своим, да, чтобы Бог вошел в наше сердце, чтобы не было там много комнатушек каких-то, да, где, может, мы поселили где-то Бога, а остальное все это как-то для меня, для моих приватных где-то мероприятий, да. Но нет, чтобы все отдать Господу. Все свои как бы способности, да, все-все отдадим Господу. Дорогой друг, если ты слышишь эти слова, Бог обращается, да. Мы читаем, я еще прочитаю Откровение, 3 глава, 20 стих. Там Иисус Христос тоже обращается к одной церкви и говорит такие слова. «Сей стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Мы знаем, что такое стук, да? Мы знаем, что такое стук. Кто-то стучит. Но тут написано, что дальше. «Кто услышит голос мой?» Он стучит голосом, да? Он говорит через слово братьев, говорит через молитвы, может быть, говорит через песнопение, он говорит к нашим сердцам. «И кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И это будет благо, это будет хорошо нам, если мы отворим наши двери, сердечные двери, откроем и дадим место ему, дадим место, чтобы он царствовал в нашем сердце, чтобы он вел в нашей жизни нас, чтобы Он как бы наполнял нас, да, чтобы мы приближались к Нему более и более, приближались к Господу, чтобы, как написано, что как нищие духом, да, чтобы всегда нуждались в Господе. Друзья, мы помолимся, поблагодарим Господа, воздадим Ему славу, воздадим Ему хвалу, чтобы Господь прославился, да. Много сегодня было сказано о том, что вот братья сделали это или сделали то, да. Но написано, псалмист говорит, что не нам, Господи, не нам, но Тебе вся эта слава.
Слава Господу, друзья, давайте помолимся, дабы Господь наполнил, дабы Господь дал помазание, помазание о том, что мы были как бы светом пред теми людьми, которые ходят в этой тьме, еще не могут как-то перебороть себя, не могут как-то открыть свое сердце, не могут как-то сделать этот шаг к Иисусу Христу, друзья. Чтобы мы, как один сказал, что я проведу Христа 24 часа, иногда словами, чтобы мы как-то проверили свою жизнь, каким примером я являюсь для моего ближнего, как я его призываю. Иисус Христос сказал, что идите, научите, да, чтобы как-то показать своей жизнью, да, что есть Бог. Бог реален, Он не где-то заключен в Библии где-то, да, там, или заключен где-то в каких-то храмах, какой-то литургии, или еще как-то это называется, да. Нет, что Он реален, что Он действует, да, что есть, чтобы была эта действующая церковь, которая призывает, которая берет в свои, скажем, свои пределы, да, эти души, которые погибают. Друзья, мы помолимся и поблагодарим Господа, и попросим Его, чтобы Бог еще касался сердца, спасал, даровал, крестил Духом Святым на этом месте, а за все Ему слава и хвала. Аминь. Помолимся. Иди, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца. Вечер склоняю я колени в тиши, и Тебя призываю, о властитель души, Ты приди в мою душу, Тебя свет свой пролей, я Твой голос услышу, Твое слово елей, Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я Твой голос услышу, Твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, Ты ответишь на вопросы души, приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, Ты ответишь на вопросы души, приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Ты всегда Ты нашу жизнь озари, как Эммаус когда-то рядом с нами иди. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца.
вечір склоняю, я колени в тиши, и тебя призываю, о властитель души, ты приди в мою душу, тебя свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово и лей. Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей. Еще, друзья, споют псалом, если может кто-то желает покаяться, посвятить свою жизнь для Господа, у вас есть на эту возможность во время пения совершить это покаяние. И завтра у нас общая молитва, молитвенное служение, завтра общее, то есть каждый знает понедельник. А дальше все по расписанию, среда, пятница, поэтому мы будем сейчас петь псалом. И во время пения псалма, пожалуйста, если кто-то желает покаяться, посвятить себя для Господа. Это можете сделать в простоте сердца. И мы вместе помолимся, чтобы Бог вас благословил. Мы поем псалом: из размягшей земли легче вырвать бурьян. Вот наша молодежь, они не знают, что такое бурьян. Вы, я думаю, знаете. Когда земля размякла от воды, вот этот бурьян, его очень легко вырвать. Сегодня есть возможность в Церкви Божьей, когда мы слышим Слово Божье, оно размягчает, приготавливает наше сердце. Друг дорогой, дай возможность Иисусу Христу работать над твоей внутренностью. Он приготовит, Он очистит. Только нужно дать свободу. Мы прослушаем эту песню.